кого венчать, кому любить, кому страдать. Это городской этап Всероссийского фестиваля творчества инвалидов. Вместе мы сможем больше. Праздник начинается с выставки творческих работ. Люди с ограниченными возможностями представили здесь и праздничные наряды, и вышивку, и вязаные изделия, и разнообразные сувениры. Все это выполнено своими руками на удивление гостям праздника. В этот раз он посвящен 30-летию Всероссийского общества инвалидов. Очень хорошая организация, добрая организация, замечательные люди, потому что мы с вас берем пример. Вы любите жизнь, вы любите творить чудеса. И вот этот фестиваль еще раз докажет на то, что какие вы талантливые. Такой фестиваль художественной самодеятельности проходит всего один раз в 5 лет, поэтому подготовка к нему шла с особым волнением. Участники фестиваля исполняли песни, танцевали и даже выступали в роли фокусников. Знаете, вы самые лучшие, вы самые талантливые, вы самые-самые-самые. Жюри конкурсной программы, руководители организаций и образовательных учреждений. Мастерство участников оценивалось по разным номинациям. И каждый выступающий получил главную награду. Это признание зрительного зала и стимул для дальнейшего творчества.